Ну вот, все, мы приехали, вот дом, да? О, переоделся, крутяк. О, да, да, я переоделся. Давай, открывай дверь. Ёлушку! Открывай двери. Я открыл ключом. Давай. Подожди. Пошлите. Мачур, моя вторая комната Жени. Смотрим дом. Моя вторая комната Жени. Второй этаж, вторая комната. Красиво. Круто, давайте. Игорь. Гляньте, тут ванна. Ха, круто, я покупаюсь. Ладно, я выйду. Явление будет делать. Да, да, да. Ух, сейчас умойся. Я в ноутбук поиграю в Майнкрафт паранормальное явление. Ха, круто. Я посмотрю с тобой. А где ты? А где тут ноутбук? А, вон, все. На своей комнате сейчас сижу. Я пойду посмотрю. Знаете, что тут телек есть? Я пойду посмотрю к соседям. Ладно, я посижу на ноутбуке. Жень, иди сюда. Я позвоню по скайпу другу. Люди? Алло, Никита, ты еще в магазине? Где? Никит, ты еще в магазине? Че? Никита. Че? Здесь что, связь плохая? Ну, значит, не сделали антенну, это плохо. Люди, мне так кажется, или это правда, что это место проклятое? Тут место проклятое, вы это знали? Чува? А почему тут проклято, ты же сам говорил. Посмотри. Сам посмотри. Да подумаешь. Там стрелы. Ладно, я соседей пойду посмотрю. Я тоже посмотрю соседей. Глянь, это могила. Что? Где? Могила. Да кто-то, знаете, что тут с нашего дома кто-то стреляет? А, меня сейчас попадут. Я текаю. Ух ты. А кто их интересно? Пацаны, а я телек пока посмотрю у соседей. А он не работает. Блин. Я уже проверял. Люди, вы где вообще? Я у соседей. Ладно, я пошел домой в ноутбук. Люди, мне страшно. Я в ноутбук поиграю. Я пойду еще одну. Белый вовсю летает. О, вы где? Почему Никита не отвечает? Я ему уже звонил третий раз. Кто-то у нас на крыше стреляет. Юр, быстрее в дом. Ладно, я пока посижу. Люди, кто-то замок закрыл ключом. Сейчас я открою снизу. Там, он еще на крыше, надо его... Я потом пойду на крышу. Давай. А, все, спасибо. Там никого нет. Да посмотри, я видел там человека. Ну, сейчас пока Женя кушает, он пошел вон. Там. Да, он там сидит там. Сейчас я позвоню Никите, он уже скоро приедет. Не звони лучше, тебя долбанет током. Да ладно, все равно. Так, сейчас я ему позвоню. Так, сейчас я захожу. Алло, Никит, привет, ты еще в магазине? Блин, меня ударила молния. А как его? Что случилось? Алло. Он сбросил. Не знаю. Только не пьет? Может ему... А, вот, он еще на связи. Нет, не сбросил. Не, видишь, там... Это значит, все, это связь потеряна. Ну, все. Так кто там стреляет до сих пор? Это дождь. Ладно, поехали. Пускай Женя пока в доме побудет. Пошли. Ты говорил, что ты там видел машину, да? А? Ты говорил, где? Что видел... А? А как ты там появился? Что за черт? Ну, идем. Ты видел там машину? Где-то поехали. Видел. Я Жене пока оставлю... У меня, кажется, явление какое-то. Ну, зачем вы меня спешили? Смотри. Ну, что, в Майнкрафт? Тебя что, где блин? Где ты очутился? Ты наигрался на компьютере в Майнкрафт. Вообще. Ой, да. Ну, тебе я риблин тут. Ай, больно. Ладно, ну, пошлите искать, схватили этого. Никиту схватили в магазине. Блин. Давайте быстрее ищем машину.
Юра знает, где машина. Я неподалеку вижу маленькую машину. Аккуратно, только здесь стрелы. Я пойду. Вот, вот, все. Быстрее. Я тоже, я уже... Где тут машина, ты говорил, Юр? А, меня стрела. Стой, Игорь. Остановись. Подожди, сейчас. Я нашел машинку. О, машина. Соседи не будут против, что мы... И что это за машина? Это трактор. Игорь, остановись. Остановись. Что? Ну, блин, а кто забрал Юру? Ладно, садись в машину. Не могу, она не заводит. Блин, придется пешком. Ну ладно, пошли. Где здесь нормальные? Пошли вперед. Здесь нет нормальных людей, интересно. Блин, интересно, в каком же он магазине был? Много магазинов было. Я помню. Тут Брусничка, а ты Блэ, обжора. А почему эти... Давай вот здесь пока переночуем, потому что возле дома уже быть опасно. Это не магазин ли? А ты где? Вот, я через вперед пробежал. Быстрее ко мне, я вот. Сзади. Вот он, иди сюда. Давай сюда, здесь переночуем, там сюда, как раз... Там как раз музыка есть. Иди сюда, я тебе покажу. Люди! Мне сообщение на телефон пришло. Сообщение. Вот. Меня утащили в какую-то подземку. А где это именно подземка? Да, ну вот, все. Давай тут ты на чем здесь есть, и это все. А кстати. Мне опять сообщение пришло от Никиты. Он пишет: помогите. Сейчас я ему отошлю смс-ку. Я ему сейчас отошлю. Сейчас я ему отошлю. Сейчас полежу и буду отсылать. А, все, я ему отправил. Мы сейчас переночуем в доме. Ладно, давай пока нам сделаю покушать. Если здесь есть хоть что-то. Я знаю, я видел. Ты двери не закрыл. И магазин видел. Так, я магазин. Он написал в подземке. Это не в магазине. Подземка не в магазине. Я магазин нашел. Вдруг подземка рядом. Ладно, давай. Только подожди, да. Давай выспимся. Чё ж идти так, блин, вечно. Давай быстрее выспимся, быстрее уйдем с этого места. Чё? Зря мы сюда ехали, я так и знал, что это все таки будет. Давай, ложись. Чё? Я пока полежу. Я пока поиграю на ноутбуке пока там. Окей, сейчас. А, стоп, так тут же есть компьютер и ноутбук. Никит, мы сейчас приедем, только я сейчас посмотрю твои координаты. Ты видел чувака с белыми глазами? Да. Этому городу нужен нормальный президент. Сейчас посмотрю твои координаты. Координаты. Смотри, вот и магазин. Так, 70... Его координаты. Вот магазин. Нам уже почти. Вот магазин, смотри. Подожди, а в какую нам сторону идти? Вот магазин. Я видел, вот магазин. Тебе надо подумать. Ой, так, стоп. Нет. Где ж Никита может быть? Парковку. Ищем парковки. Вот, на вот этом за здании. Иди за мной. Стой, подожди. Вот он. Я, кажется, знаю, где он. Смотри, вот парковка. Он не там, я по его координатам смотрю. Вот парковка. Ну, там же... Вот, он там, да. Я смотрю по координатам. Окей, я печеньки взял. Я купил. Я смотрю по координатам. Ой, Игорь, ты где? Ага, вижу, вон он. Подожди чуть-чуть, а? Да, еще далеко. Еще 71. Так, вот. И 71. Угу. Так, Z501. Игорь, подожди меня. Давай, я тебя жду. Я только что нашел нашу таксишку.
недружелюбную. Куда бежать? Еще 50 метров. Надеюсь, мы его найдем. Что? Ага, вот. Никита! 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 Фу, нет, Игорь, иди! Никита, пускай, Никита. Я сам сломаю, отойди. Никита, уйди. Никита, падай. Никита, о! Никит, что случилось? Погоди! Никита! Он не может говорить, что ли? Наверное, он ему запретил говорить, где он был. Может, какой-то нужно код ввести, только где? Что это за магазин? Нужно же из него выбираться. Здесь же нас и могут здесь может, и нас здесь поймают. Нужно быстрее искать что-нибудь. О! Он что-то прошептал. Меня он повесил, спасибо, что спасли. Не за что. А, у него горло, наверное, сейчас болит. Да. Никит, сейчас пойдем домой, и все будет. И здесь есть больница, там по новостям говорили, я по ноутбуку смотрел. Только свой ноутбук, кстати, потерял. И там есть где-то набор в президенты. И я точно пообещаю, что все будут живы. И открою больницу, она же закрыта. И тебя точно там вылечат. Сейчас поедем. Только ему нельзя бегать. Что? Что? Да? Блин, Зим. Что-что? Хочу сказать, он такая мерзкая. Угу, я понял. Я знаю эту легенду, это про Херобрина. Это все с ним случается. Это все его признаки. Ладно, я пока в магазин. Давай свой ноутбук. Посмотрю, какие там были. Давай. Спасибо. Так, ага, ноутбук. Сейчас даже я куплю еды в магазине. Так. Добро пожаловать, дальше не знаю. Я. Фон. А где вообще? Кто здесь продает? Пишет рыба, а где все? А Никита, а где Никита? Ой, Никит! Никит! Ну где он? Где он? Он же орёт где-то, чёрт. Где он? Я слышал, где он тут орёт, не слышал, не знаю, где он. А ты где? А, стоп, подожди, я сзади. Может, он пса? Вы пса? Подожди, стой. ТП. Я тут видел подземелье. Во! Чего? О. Он вот это Херобрин. Херобрин? Да. Ну вот подземка, и где он? Друг он тут. Да он раньше был в подземке. А ты. Друг он тоже тут. Херобрин же написал. Вам его не найти по такому. Да, он мне по смс-ке писал по телефону. По голосовой голосовой он мне скинул. Я не помню, как это. Что, нет, вот. Нет, значит, не подим. Если его не найдем, тогда придется без него. Да, будет жалко. Да. Стоп, я там что-то. Чего? Там что-то было. Я видел. У меня части не прогружаются. Там что-то было. Ладно, не будем копать. Не найдем же. Ты не хочешь спасти? А как я застрою?
Ага. Убью, 91. Ну, наверху, давай, что делать? На, ты уже туда забрал. Никита! Он его повесил опять! Ну, этот херовин уже достал. Нужно что-то отключить. Привет, Никит, но нужно... Где? Сейчас я сломаю тут. Все! У меня руки болят. Мы почти все отключили. Все, почти осталось последнее, чтобы он смог двигаться. Все. Тебя Херобрин забрал. И забрал твой телефон и написал смс-ку. Ай, мои руки. Меня скинули с крыши. Мои руки. Это кто был? Никит? Ай, мои ноги. Фух. Я смог. Никита! Становись на бок. Никита! Так. Становись быстрее, сразу ноги пройдут. Ай, ноги, блин. Блин, а больница недалеко. Не знаю, сейчас. Никита! Я крепкий парень. Ай. Блин. Никита! Никит! Ну, кажется, все. Это не больница? Компьютерный центр твою знаю. Где ж больница-то у нас? Блин, ты знаешь, как землю тяжело копать? Эх, прости, Никита. Что, Б? Блок? Ну что, далеко больница? Я не помню, где она. Не знаю, как она выглядит. Ладно, пошли. Ну, Никита уже на своем месте, пошли. У меня уже нога прошла. Я могу нет, только на одной ножке прыгать. Не, неудобно. Мне чуть-чуть удобно. О, это не больница? Подожди, дай прочитаю. Больница. Где тут? Вот, я уже в больнице. Ой, где тут? Ты не туда пошел. Вот, я им сейчас деньги дам. Блин, а здесь вообще нет никого. Ну, зато бесплатно, пошли. О, Никита. Где лечить будет? Кстати, он отдал мне свой ноутбук. Может, что? У тебя тоже ноги прошли? Да. Дай ноутбук. Эй. Прости. Да. Я их не ноутбук забрал. Да хватит. Юкс, твак. Все, ну же. Опа, сообщение мне пришло. Наконец-то я это сделал. Вы следующие, вам осталось жить 5 дня. Быстрее. Подожди, нет, нет, подожди, ты снимаешь камеры? Я снимаю на свою камеру это все, и что? А что за фигня? Дверь только что была. Что ты сделал? Ну, он написал, осталось жить 5 дня. Следующие 5 дня. Я тут неподалеку магазинчик выйду. А, кстати, вот он. Дай тебя покушать. Подожди, где этот? А, вон, точно. Мне это не надо. Так. Блин, это не то. Ты не видишь здесь ИККЮ? ИККЮ. Да. Ты не видишь, что прикольный магазинчик называется ИККЮ? Мы там
я там, помнишь, мы там раньше, ну, были тогда, что еду хотели взять. Вот. Ну да, вот. Да. Вот. И что продается? Ничего. Это, да-да-да, все. Я блин, купил. Еды нет. Я купил, тут было немножко еды. Не, я купил золотую морковку, арбузик, картошку. Подожди, я позвоню. Может, кто-то еще в городе есть жив.